Это ограбление! Ты что, охренел, какое ограбление? Очередная научная сенсация от наших верных фанатов норман Южного Кавказа. Оказывается, Месроп Маштоц украл армянский алфавит в 5 веке у эфиопов. Не адаптировал даже, а именно украл. Дискуссию о глубоких изысканиях Кулибиных от лингвистики Сапшерона оставим специалистам. Просто для справки отметим, что формы знаков армянской и эфиопской письменности в начале 5 века убедительно говорят об отсутствии заимствований армянских букв из эфиопской абугиды. Мы просто хотим понять логику кавказских татар, если такова вообще есть в природе. Азероиды Кулибины от истории уже утверждали и утверждают, что древность армян – это миф. Тогда вопрос, если это миф, то как могли несуществующие в древности армяне присвоить в 5 веке что-либо у кого-либо? Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но более непонятно. Над вами потешаться будут.